Добрый день, дорогие друзья! В очередном матче первенства России среди юношей 2006 года рождения дивизионного «Восток» встречаются команды «Ермак» город Ангарск, «Энергия» город Кемерово. Встречаем команды. Представляем арбитров сегодняшнего матча. Судьи Федерации хоккея России, главные судьи. Сергей Харченко, Александр Худоров. Ворота команды «Энергии» защищает Иван Алексеев, номер 21. Ворота команды «Ермак» защищает Матвей Выборов, номер 1. Шайбу забросил Максим Дворниченко, номер 18.
передачи Кирилла Орлова, номер 8, шайбу забросил Никита Ясинецкий, номер 72. Передача Германа Самсонова, номер 11, шайбу забросил Виктор Сорокин, номер 28. Ворота команды «Энергия», замена вратаря. Ворота защищает Захар Землянский, номер 33. Thank you.
Шайбу забросил Кирилл Орлов, номер 8. Передач Марка Дроздова, номер 25. Владислава Вишнякевич, номер 82. Шайбу забросил Константин Чанцев, номер 68. Передачи Романа Хохлова, номер 3. Шайбу забросил Алексей Астахов, номер 23.
Шайбу забросил Роман Хохлов, номер 3. Последняя минута первого периода. Thank you.
Шайбу забросил Никита Есенецкий, номер 72. Перерыв на время подготовки льда.
передаче Степана Чубарова, номер 15, шайбу забросил Илья Урганов, номер 27. Thank you.
Шайбу забросил Виктор Сорокин, номер 28. В команде «Ермак» замена вратаря. Ворота защищает Артем Парфенов, номер 38. Шайбу забросил Марк Дроздов, номер 25. Thank you.
Последние минуты второго периода.
За атаку игрока, не владеющего шайбой, малым штрафом наказан Иван Делицкий, номер 10, команда «Ермак». Шайбу забросил Алексей Остатов, номер 23. Команда «Ермак» играет в полном составе. Thank you.
С передачи Максима Дворниченко, номер 18, шайбу забросил Алексей Осачевков, номер 12. Последние 2 минуты матча. Со счетом 13-0 победу одержала команда «Ермак». Следующая наша встреча состоится в 17:00. Играют команды «Сокол-1», «Сокол-2». Отчаянных парней.
Всех мужчины.